Книга «Открытым оком. Тема ереси секты». Вопрос 450. Христианство раскололось на православную и католическую церкви. Но откуда католики взяли свои заблуждения? Ведь раньше они были вместе. И почему они раскололись? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в разделах «Гордость папства» и «Человекоубийство» и «Ложь Ватикана» подробно все это описано. Искать корни и истоки всех заблуждений не нужно и невозможно, так как они основаны не на Писании, а на видениях, откровениях. Во всем этом главную роль играет пренебрежение Словом Божьим, как и у православных. Истину Божию заменили ложью. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 11 стих. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Римлянам 1 глава 25 стих. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». В самом начале возникновения раскола, как у русских в 17 веке, нет ничего божественного, но гордыня, насилие, угроза. Слово Божие в деятельности той и другой стороны отсутствует. Воля Божия никому не нужна. Отвергнув Бога и Библию, стали поклоняться патриарху и папе, их посланиям и энцикликам.